Территория, прилегающая к торговому центру «Сухум», практически сразу была оцеплена ГАИ республики. К возгоранию допускали только специалистов пожарной охраны. Кадры с места событий предоставлены пресс-службой министерства по чрезвычайным ситуациям. Приблизительно в 2 часа 10 минут в ночь с 27 на 28 ноября на дежурный пульт поступило сообщение о возгорании в детском кафе «Джунгли», расположенном на втором этаже торгового центра «Сухум». В 2 часа 10 минут поступило в пожарную охрану города Сухумского района о том, что горит торговый центр «Сухум Маркет». Первый расчет прибыл в течение 2-3 минут. По прибытию было видно, что там, где находился детский развлекательный центр «Джунгли», горело. По прибытию начальник караула принял решение запросить помощь. Приехала первая часть. По прибытию первой части уже начали запрашивать помощь и Агудзерская часть приехала Гурьевского района. Общее количество было задействовано 30 человек, и 6 расчетов и 2 вспомогательных машин, специальные машины были задействованы. По предварительным данным, возгорание, начавшееся в детском комплексе, довольно быстро перекинулось на соседние помещения. В здании сразу сработала противопожарная сигнализация. Своевременно отреагировали и работники охраны «Сухум-маркета». Вот внутри находились охранники, сигнализация одновременно. И когда сигнализация сработала, охранники сразу же заметили, был вызван пожарные группы. 7 пожарных групп работало. Вот. Единственное, вы как видите, удалось локализовать около 200 квадратных метров поражения пожаром. Но единственная проблема у нас была, что в 2 часа ночи у нас в городе отключают воду. Им пришлось по 4 рейса делать на Гумисту, чтобы, знаете, потушить данный объект. Причины возгорания специалисты выясняют. Сейчас в этом направлении ведется активная работа. Несмотря на четкую и слаженную работу пожарных, пострадала значительная территория торгового комплекса. Полностью сгорело детское кафе. С утра люди, не знавшие о пожаре, пришли на работу. Пришли и те, кто о ЧП знал, но дома остаться не смог. Работники маркета по крупицам выносят ценные вещи, компьютеры и другую технику. Из банкоматов вывезли денежные средства. Наиболее сильно в результате пожара, очевидно, пострадал продуктовый магазин на первом этаже. Это самый крупный продовольственный магазин в нашей стране. Ежедневная посещаемость – 1000 людей. И пусть пожар не задел полки с продуктами, все они пропитаны гарью, а значит, вряд ли пригодны к потреблению. Причину возгорания специалисты сообщат в ближайшее время. Сейчас совместно пожарники и милиция изымают видеонаблюдение, потому что данный комплекс хорошо оснащен видеонаблюдением, и будет окончательно изучено, от чего же, почему это все произошло. Торговый центр «Сухум» был открыт в сентябре 2011 года. Общая площадь более 6 тысяч квадратных метров. На его территории всего 60 павильонов, из которых на момент ЧП функционировало 43. Илана Казамба, Торник Амичба, Абазатова.